зажмет мой велосипед и не отдаст. Я ему кошку порой зажму и не отдам. Где он? Бля, там ну навели какие-то толстые. Так прокатись. Только сидушку сразу пониже сделаем. Высоковато будет. Такой весь на пафосе. Пошел нахуй. Чмо морское. Без мата, пожалуйста, это детский контент. Дети не поймут. Я это не снимал. Ну не он. Чё я-то? Ты на меня что-то говоришь? Сюда иди, раз в раз выйдем. Позавтра, после шараги. Да. Завтра воскресенье. Послезавтра. А? Покажи свою бицуху. Все, руки-базуки, ёпта. Руки-базуки. Чё они все такие кривые? Слышишь, куда пойдем? Прямо или налево? К набережной. Это куда? Так прямо не будет, главное есть. К парку пока что. Ебать, машина! Смотри, машина, блядь! Ты видел машину, блядь? В колледж на такой ездит, знаешь, такой? Нет, туда, давай. В колледж такой подъезжаешь, так очки, оп. Я до так. Умеешь передком подпрыгивать? Да. Я, кстати, на переднее колесо хорошо стою. У меня синяк до сих пор на ноге. Ему еще Ничего не знаю, я оператор. Эй, камеру убери, бля. Ты кто вам разрешил здесь снимать, а? Убери камеру, я сказал. Вот так. Так и гуляю. Блин, это слепит сильно. Вот так надо. Сделай еще раз так. Ты главное встань.
Ты понял, как сложно? Обрезок. Да, понял. Стараюсь так же. Выходи. Я здесь. Давай, пока еще не сильно стемнело, Руслан. Мама моя родная. Давай. Мне потом такую же, пожалуйста. Да, блядь, Руслан, давай уже. Бля, либо прыгай, либо уже вывози. Блядь, Руслан, ты тут не один, нам тоже всем хочется фотку сделать охуенно для Инстаграма. Иди велосипеды поохраняй. Бля, Руслан, где твой велосипед? Ну как бы если тебе велосипед спиздит, тебе это ничего не будет? Давай, бля. Где вы? Тут фотку делаем. Давай. Нет, вон там, посередине. Встань же, фонарь был между ног. Между ног. А я пока дойду. На том берегу. Мало. Руслан, может, ты сядешь поближе? А? Ты как Иухан, тебя не видно. Да иди ты сюда. Вот это видно? Не видно, иди сюда. Короче, это я, это Илья, а там Руслан, которого не видно. Пидор. Это, короче, ночные покатушки и вообще прогулка по ночному городу. Вообще тут офигенно, просто офигенная атмосфера, офигенная. На улице так тепло, то что я в одной футболке. Видно только твое лицо. Пипец, что я там слушать на том берегу? Ну да, кстати, прикольная фоточка будет. Мало-мало половину. Прикольно. Короче, все ссылочки на инстаграмы в описании.
Я играю проститутку. Вы как пьяные, что ли? Девочка, вы что, пьяные? Девочки, все в порядке? Девочки, вы что, меня не слышите? Девочки, это никому нахуй не нужно. Я говорю, ты что, там уебываешь? Да, да, да. Иди сюда, иди сюда. Ты плачешь за... Илья, не уходи. Ой, ё-моё. У вас есть попить. Слава богу, он непроницаемый. Ты сказочный долг, поём, зря тебе не понятно, не пусти. Чё, 30 секунд дал? Он был в больнице? Да. Ё-моё. Ты. Спасибо. Вот и не договорились. Ты, блядь. Типа плачу. Блядь. Руслан! Илья, не уходи, пожалуйста, не уходи! Блядь, зачем ты плачешь? Хуйня какая-то. Я поверил. Как кальянчику показывать колечко? Никита, оставь попить. Спасибо. Я писать хочу. Ты чё? Блядь, точно, писать. Закрой, пожалуйста. Да, я играю проститутку. Флип челлендж. Про там воды мало. А, я вода. Все, делай деп. Типа, получилось. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Удачного дня. Вечер. Ночи. Ты дебил, блядь, сказочный. Говорю же, блядь, зря тебя избавлюсь. Я потом ты ее знаешь. Ты ее случайно не знаешь? Нет. Нет? Блядь! Я краем глаза увидел, что что-то летит. А чего вы не познакомились? Смотри, вот так. Познакомились бы с двумя прекрасными детьми. Давай, 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 да. Велосипед, короче, подбрасываешь, и он на колеса становится. Все равно. У нас шара вот так вот она. Ты че бы встал, я бы охуел. Я бы сам охуел. Смотри, вот так вот она. О, дай подожди, по-другому сделай. Слезь с велосипеда, чтобы тебе проще было. Да, да. Ну дай, у меня руля босса. Да, я играю, простите. Дай я по-другому сделаю. Да он же из больницы. Блять, ты на меня харкнул. Видал мастер-класс? Смотри, мастер-класс. Блять, высота разная. Мою. Блять, точку кидайте, попадайте. Вы мусор-то не здесь, да, блядь. Я это не заснял. Че, погнали? Погнали, да? Не здесь. Вот это велосипед, я так же хочу сделать. Смотришь, какой велосипед офигенный. Я знаю, долбоёб, блядь. Блин, я так же хочу велосипед сделать. О, мусорка, на! Ну да ладно. Да, я играю в велосипед. Это когда, короче, знаешь, они эти... Бадрудинов. Людей сбрасывали, да, я такой, да, я играю в проститутку. Ну, короче, мужик этот орёт, короче, или он подумал, он говорит, а вы здесь кого играете, проститутка, и, короче, один в конце. Этот, как...
Там, скажи, я Трудинов. Нет. Воля. Да, Павел, Воля такой говорит, это был Трудинов. Вы что, играете проститутку? Он такой, да, я играю проститутку. И что здесь в этом такого? Да, обращайте. Я играю проститутку. Подписывайтесь на его инстаграм, ссылочка в описании. Там есть что посмотреть. Давай. С тобой не прощай. Проститутку. И что? Давай еще раз. Давай, что издеваетесь? Дубль два. И проститутка. Давай, пока. Метро там. Да, там. Все, поехали. Пока, Илья. Если больше не видеть. Вот так, оп. Наконец-то он ехал. Мы долбоёб же. Как его только из больницы вообще выпустили. Прощай, сука, ненавижу тебя. Все, поехали. Понимаешь? Я новую хату купил тут, я теперь остаюсь тут. А, ну поехали. Подожди меня. Ребят, оказывается, так на велосипеде быстро, я тут пешком ходил. Я Руслан. Не. 16 годиков и еще я немножко долбоеб, но это... Ё-бу-бу! Так. Поправочка небольшая. Ай, тяжело разгоняться. Ой, этот придурок пытается на заднее встать, греза это в воду, сука. Thank you.